Бородач по моим следам пытается показать. Оффроуд, ну, неплохо. Неплохо. Но у меня кардан еще задний есть, шишиговский, можно, надо долго крутить его, но можно прикрутить. Хотя уже финал движухи. Сложновато тут. Посмотри. Ну вообще фантастика. Почти заехал. Да. Чуть-чуть дай назад и поедешь вперед. Хотя уже много накопал. Все уже. Лебедись. Одним мостом упирается просто. Да он специально взял, закопался. Вправо руль или влево попробуй. Попробуй влево руль. Стоп! Все. Чуть не выехал. Ух ты, блин, вот это круто. Вот это было круто. Повтори, я фотку не сделал. Вот это жогово нормальное. Посмотрите, сколько счастья в его глазах. Это непередаваемо просто. Вот так уже он. Паш, так же, как предыдущий, это слабо. Колеса оторвались. Да, кардан я еще не сворачивал. Крутящего момента. Вот это нормально. Да, у него крепче. Борода у него лучше. Борода, да, у него лучше борода, чем у меня, и карданы толще. Ты же знаешь, главное не в этом. Что-то у него. Зато у тебя телефон лучше. А что там так гремит? Ну что, попадает водичка. Не, вон масло есть, если только понял. Масло есть, запашок, да. Уазики уже на ровном месте, смотри, ты буксуешь. Уазики, да. Это будет прыжок. Почти. Неужели это он выехал? Не знаю даже. У меня есть шишиговский кардан, можем прикрутить, и я выеду. Валера, можешь ты прикрутить кардан? Да не, я ж карданы не кручу. Это не твой профиль? Нет. Я воду не ношу, карданы не. А кондиционер можешь заправить? Не, я же уже выходной. За рабочий день закончился. 18:45. А на УАЗ ставить можно поставить? 14 минут. На УАЗ можно кондиционер поставить? Да? Я ставил. По 450, да. Нормально отжигает. Гордой, гордой!
Давай, давай, давай. Чуть-чуть назад. Есть! Сколько счастья! Он пожив! Камера утонула, папа! Так, тут у вас. Это серьезный маньяк. 2 года был выходной. Прокапиталил мотор. Паджеро. УАЗ это. 2.8 турбо. Это на F-белах это ракета. От УАЗа только будка. Это аккуратно. Еще блогера, один лазер. Да. Как вы успели затопить? Как здесь вода оказалась? Это я все сделал. Как вы машину водите до таких кэмпов? Как здесь вода оказалась? Как там больше воды оказалось? Это бензин. Это бензина много было. Я сюда запаю. Так, ну. Обычный УАЗ, да, да. Продаю было, 10 тысяч. Надо? Что, есть у тебя? Сильно? Нет, чуть-чуть. Каналки резаные. А, что, плющились? Старые? Да не, ну, что? Блин, я думал, сюда. Красиво. Не знаю, что тебе нуждает. Да, он очень опасен. Блин, он запашкой должен выехать, хотя базы не хватит. А теперь у вас. Смотрите. А Игорь не очкует. У него подрезаны пороги, видишь? Все родное. Все УАЗовское в этом УАЗе. Показываю, какой мотор. Обычный УАЗ. Обычный мотор. Так это не ты ехал, это газ запал просто. Так ты, ты нас развел. Он просто думал, по какой бы траектории, чтобы заглохла. Она не заглохла, но выехала почти. Газ заклинил. Так это он в гонку так ездил, газовал. А вот он как выиграл, блин. Ё-моё. Я слышал, что как невменяемая. И на поворотах было на Ниве. Класс, красиво все, классно. Было. Да не, ну Игорёчек, это не серьезно, ты шо? Не, так он не выйдет без заклинившего газа. Так. Так, ну уже здорово. Просто у вас. Это надо это удалить, да? Это нельзя показывать. Да не, ну по накату. Так, УАЗа Паджеро. 14 километров пробег, кстати, мотор после капиталки. Серьезно? Так а то не мог. УАЗики, меньше колеса, выехал. Потому что там правильный УАЗик. Не, ну тут тоже хороший. Бывает такое. Когда начался да? Да, да. К 5 надо приезжать, это нормальная тема. Красавчик, окно закрой, простудишься. У меня что же нету? Ага. Мне докладывать надо.
твои 8 как раз не хватает, 2. Поэтому надо 10. Сейчас, ребята, будет экшен. Samsung S10 ни разу не плавал. Там, ну, 15-20 царапин. Ай, повис. Зажигалочки, а? Не, тут все без вариантов. Давай! Бородач говорит, разрыв двух УАЗов. Интересный вариант. Я даже не знаю, что у меня там на снимке. Я все видел изнутри на снимке. Не, ну блин. Не разорвали. О, оживились пацаны? Да, 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 отошли. Попили водички. Блин, я там почти чуть не выехал. И чуть не считается. А что он не включает? Так она не работает. Сейчас перевернем. Да нет. Да-да. Да? Самоблока вообще он не вылезет, ты посмотри, что он делает. Давайте отвешивать, наверное. Да не, это съедет назад, нормально. Да сейчас перевернем. А куда он перевернет? Не-не, нормально. Нам контакт нужен, правда, Руслан? Да. Скажи, Дуган. Да. Разоблачитель. Да. А еще раз. Да. Да. Ты хоть еще какие-то слова знаешь? Да. Подожди, смотри, что он делает. Смотри, чудеса. И смотри, как он валит, устанавливает. Они же тяжелые, капец, колеса. Багера тяжелее. 36,6. Такие кавалеры, да? Да, что у Валеры нету таких. Есть. Только порезанные, я против. А где он взял их? Мне подарил. Слышь, а по кругу, если... По кругу. И потом по стенкам поехал. А прикольно было бы. Сделать, не, 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 обкатывают, 14 километров пробег после капиталки. Это обкатка, бородач. Валера, отходи. Валера, отходи. Опять втроем тогда. Не трогайте меня, лошары, блин. Я топовый блогер, а вы все... Полесская лошара, давай, иди. Топ выводим. Топеры, блин. А, давай! Игорь, загоняй! Скажи, ему же правый поворот включил. Там Таурек подъехал. Человека тянет на укол, у него номера есть, блядь. Где? Вон бортовой номер приклеен. А, да. Ох, резко затормозил. Ты видел, он в прыжке переключился на вторую. Так, а Таурех плавно подкрадывается. Красавчик. Тут уже Валера аж молиться начал. Упал на колени перед Паджеро, да? Паджеро УАЗом. Так, ну Таурех чуть не проехал. Вообще бомбей, да? На день не хватает. Так ты тиктокер или нет? Да нет, что делать? Два старых тиктокера. Тиктокеры. Да ну давай тиктоки. Давай тиктоками померяемся. Мазай, ты плохо действуешь на собак. Собака. Слышь, она на тебя посмотрела и утопиться решила, Паш. Она похожа на нас. В смысле, такая же волосатая или что ты имеешь в виду? Говорит, она похожа на нас.
Что, такая же волосатая или что? Такая Пашенька? Же белая как-то. Слышь, а если? Валера, а что надо Паше бросить, чтобы он туда побежал? Палку. А мы будем снимать. Пусть собаки бросят палку. А мы будем снимать. Да нет, этот контент не пойдет. Ты что? Это забанят каналы сразу. Это он траву стрижет. Да? Да нет, просто он это. Так Олег там застрял или нет? В маске? Ну, братуха валит, конечно. Сан, пришли, у него бензин качается. Полбачка оставили. Ты представляешь Андрюхе тонировки дать такой прибор, блин, чтобы он творил? А сколько он сдает за 10 минут полета такого, что? Я бы уже качал и раздеть. А он там сейчас будет в той зоне возле сцены рыгать, мне кажется. Видишь, поднимается выше, чтобы не рассеялось сильнее. Идем посмотрим на еду в ресторане через забор. Ты что, какой хэштег писать? Можно перевернуть. Думаешь? Сколько минут еще они будут? Интересно было бы заехать вот туда, где тоже все лебедились, где на задних колесах этот выезжал. Кто, где? Бокал. Ну, кстати, сказал, что приедет, звони. Бокал. Ну то, где слепого шишина стояла и все лебедили. Я не помню. Так, друзья, сейчас Паша попробует выехать там, где никто не выезжал. Где все лебедились, ни одна машина не выехала. Видишь, я здесь сам. Не, ну круто. Круто. Так это неплохо. Да, зарплата рулит. Так, опять это коварное место. Просто не напрягаясь, это вообще.
отчаянно, конечно. Следующий по катугу будет на бомбе? Думаю, да, судя по тому, как он гоцает.